продолжается, и мне кажется, что многим хочется, чтобы эти новогодние дни никогда не заканчивались. И вот сегодняшним карнавалом мы хотим, чтобы это настроение продлилось, чтобы с новогодних праздников, с такого прекрасного настроения, это наше настроение плавно перетекло в лето, во вторые европейские игры, которые пройдут у нас в Минске. И, конечно, хочется, чтобы этот год был ярким, и я думаю, что так и получится.